Всем привет! Сегодня мы хотим поделиться с вами рецептом жареных креветок, приготовленных в сливочно-чесночном соусе. Жареные креветки получаются очень нежными и невероятно вкусными, а аромат просто великолепный. Готовится это блюдо довольно быстро и просто, но результат просто впечатляет. Вы точно захотите повторять этот рецепт снова и снова. Итак, в миску наливаем воду и добавляем 2 столовые ложки уксуса. Перемешиваем. Кладем сюда креветки и оставляем. Теперь будем делать соус. В жаровню кладем 1 столовую ложку подсолнечного масла, а затем кладем 50 грамм сливочного масла. И добавляем 2 чайные ложки пасты из имбиря, чеснока и мелко нарезанного лука. Жарим 5 минут и добавляем креветки. Жарим на сильном огне 2-3 минуты. Затем добавляем нарезанные помидоры. И кладем 1 чайную ложку красного перца чили. 1 чайную ложку зиры, 1 чайную ложку измельченного кориандра, 1/4 чайной ложки черного перца, пол чайной ложки красного острого перца, 1 столовую ложку томатной пасты. Хорошенько все перемешиваем. Добавляем 1 чайную ложку соли, пол чайной ложки куркумы и чуть-чуть воды. Перемешиваем. Добавляем 150 грамм йогурта. Затем кладем 1 зеленый чили, 1 нарезанный лук и 1 красный болгарский перец. Наши креветки готовы! Креветки в сливочном соусе – это то самое блюдо, которое может разнообразить наши повседневные семейные ужины или же стать прекрасным украшением праздничного стола. Это отличная закуска или даже основное горячее блюдо. В любом случае, вы получите просто огромное удовольствие от этого наивкуснейшего блюда. Готовьте, радуйте себя и своих близких! А мы желаем всем приятного аппетита и увидимся в следующем видео.